Вы все знакомы с инструментом. С новыми президентскими выборами, новые надежды, новые идеи, новая жизнь. Это очень важно. Каждый избиратель должен подойти к этому серьезно, прийти сегодня и проголосовать. И вот, вот эти дополнительные случаи. Лучше я там постою, чтобы меня не видно было. Потому что выборы — это всегда большое событие, особенно для нашей страны. Страна, которая впервые участвует в демократических выборах как независимое признанное государство. А это большой накладывает отпечаток на всех нас, на наших избирателей. И эти выборы должны показать, насколько наше общество готово быть демократическим правовым государством. Это всегда ответственность. Христиана, да. Да. Мы субъект международного права, и нам нужно очень умно проводить свою политику. И старт – это выборы, конечно. Это основной показатель состоятельности государства, как демократического государства. А где Марина?